Злая мачеха принцессы Дианы. Отец принцессы Дианы, 8-й граф Спенсер, женился на Рейн МакКоркодейл, когда Диане было всего 15 лет. Через 2 года ее отец перенес инсульт и впал в кому. Тогда мачеха запретила Диане и ее братьям и сестрам даже посещать больницу, заявив, что сама о нем позаботится. Затем граф Спенсер поправился, и его отношения с Дианой стали гораздо лучше, когда она вышла замуж за принца Чарльза. Когда Диане было уже 27 лет, произошла крупная ссора между ней и ее мачехой. Согласно документальному фильму канала 4 под названием «Злая мачеха Дианы», Диана столкнула Рейн с лестницы в приступе ярости, оставив ее в сильных синяках. Оказалось, что Диана рассердилась на то, как плохо ее мачеха обращалась с ее родной матерью. Но после развода с Чарльзом отношения Дианы с ее мачехой наладятся, и она скажет: «Она была мне лучшей матерью».